Нет, сезон еще не закончен. Сыктывкар-Сканика, вопреки ожиданиям некоторых экспертов, щелкнула по носу красноярскому Енисею и сегодня одержала уверенную победу на выезде. Напомню, в первом матче серии за 7-е место премьер-лиги России рыси крупно уступили дома, но все-таки смогли взять реванш и напоследок хлопнуть дверью. Сыктывкарки взяли все четверти. Итоговая победа 74-53. Решающий поединок с Енисеем, и это уж точно будет последний матч сезона, состоится в Лузалеса-арене 22 апреля. Начало в 18:30.